Нас слышно? А теперь? А так слышно? Если будете говорить чуть тише, будет слышно прекрасно. Хорошо, итак, на чем мы прервались? Ваш аул — это уникальное место. Значит, на самом начале, да? Хорошо. Наш аул — это уникальное место. Сакен, извините, вы, ребята, толковые, уверен, приготовили отличную презентацию. Что, если мы завтра приедем к вам и все своими глазами увидим? Если завтра все будет окей, то деньги на проект у нас в кармане. Наследство прадедушки тоже. Главное, сейчас надо сконцентрироваться и не облажаться. Алло. Я это... пойду посмотрю, как там солнечные батареи. Да? Да, уже выхожу. Я там проверю, как яблоневые сады. Удачи! Одна к Мурату побежала, а другой к Динке. Ну, отлично сконцентрировались. Обожаю козе. Козлячи. Ну, его тоже. Я тут подумала, пока Гани больница даже отханда, сын папам мин контакты обкурсинши. А чё? Я вроде с твоим отцом нормально общаюсь. Ну, согласен. Большой любви пока нет. Может, сын он и мин жахсрах сулис обкурисым? Покажешь себя? Ну, я об этом думал. Ну, то есть постоянно думаю. И у меня даже есть план. Я серьезно. Динка, да не беспокойся ты. Вот увидишь, твой отец еще будет мной гордиться. Я мономник! Я кинул многих, как раз твой как видно будет! Ага, извините, я сейчас все исправлю. Вы кетник! Мозги свои исправь! Это твой план? Не совсем. А так непонятно? Да я имел в виду, тут нельзя праздновать, это этноаул. Какой аул? Этноаул, авторский проект по привлечению туристов. Ну, я не знаю, чей это проект, но мы на этом месте первый раз поцеловались. Короче, это наше памятное место, так что нам тут праздновать никто не запретит. Да понял я уже. А вы долго собираетесь праздновать? Как пойдет, может и до утра. Капец. Че? Ничего, долгих лет вам говорю. В детстве я с папой любила ездить на машине. И он точно как ты держал руль. Водить меня учил. О, так ты водишь? Нет, все-таки не успел папа научить меня. А, соболезную. Уверен, что офигенный мужик был. В смысле был? Папа жив, просто я поступила в университет, и мне не до этого было. Извини, я просто подумал. Я поняла. А, слушай,
Может, я тебя научу? Ну, вернее, доучу. А я как-то... Давай, это все просто. Окей? Это педали. Их три, а это ручка переключения передач. Она одна. Мурат, мы это проходили с папой. Остановились на том, что я путаю педали и некоторые передачи иногда. Ну, тогда давай на первую и вперед. Вперед, так вперед. Дархан, Бергиш, иди сюда. Пообщаться надо. Сына отмороз гагезума. Самого Гани побил. Ты знаешь, Гани однажды троих мужиков раскидал, а ты его раскидал. Ну, не то, что прям раскидал. Чего ты скромнягу включаешь? Я же видел по фотке. А нехто Гани полиция, буколь бентергит кем. Ну, пришлось объяснить человеку, как нужно себя вести. Однажды я с целым вагоном пьяных десантников дрался. Они даже ОМОН вызвали. Ну, пришлось их перевернуть. Знаете, бесконтактный бой – моя фишка. Давайте с ним сфоткаемся. Смотри, там какой-то гусь на батю деньги руками машет. Офигевший местный ларго, чисишь? Ну ничего, сейчас Дархан пойдет и покажет этому человечку, как себя нужно вести, да? Ну, конфликт, видно, неявный. Да ты че, Дархан? Игорь, мне какими брюсидом тисываться? Именно ворон доктор Масэми. Короче, Айка, мы не успеем до приезда инвесторов. Да они до утра тут хотят тусоваться, а после них еще полдня убирать это все. Но ты же гениальный рекламщик. Пропиарим другое место, и они уедут. Да для них это место памятное. Все, Сакен, давай, мне некогда, я за рулем. Ты... Хоть бы подумала, прежде чем врать. Извини, отвлекает. Что дальше? Ну... Чем первая передача от задней отличается, мы разобрались. Теперь давай научимся переключать передачи и при этом смотреть, куда едешь. Давай, выжимай сцепление. Хорошо. Ну, на педали смотреть тоже не надо. Ага. На первую. Ага. И трогайся. Теперь сцепление. На вторую и немного газа. Это тормоз, зайка. У меня, похоже, никогда не получится. Со мной получится. Не волнуйся. Давай, брат. Тигр сам. Еще раз на этого уважаемого человека руками махнешь, я тебя под крыльцом закопаю. Понял? Сынок, не вмешивайся, когда взрослые разговаривают. Кто тебя просил лезть, а? Четко. Сен жәрмесеріне шаман келмесе, арқалай-қалай жұмыс жасаймыз. Болды, ешқандай сделка болмайды. Тахан, мы келсим, Тахан. Бүкіл алмада оптым алайын деп тұрған адамдай дайырды ғой сенеме, да? Сен қайдан келді емеді басыма? Тәңірсен, сен көрсіз. Больно же! Аға, я все решу, аға! Решу! Жарковато, да, сегодня? Мы тут как бы заняты.
Ну вот, я и подумал, как бы вы классно смотрелись целующимися на фоне живописной речки, а? Прохлада воды, там птички поют. А, и знаете, еще там есть такой мостик? Там фотки вообще отпадные получаются. Ой, мне нравится. А это далеко? Нет, вот здесь вот, совсем близко. Я вам еще и забраться помогу. Ну, мы планировали повторить нашу первую встречу, шашлыки пожарить, потанцевать там. Так знаете, это не проблема. Сперва выполним вашу намеченную программу здесь, а потом рванем к речке, а? Ну, можно. Все, договорились. Тогда я не буду вам мешать целоваться. Так, танцуют все! Быстрый экспресс танцы! Так, вот видишь, Айка, как профи водишь. Правда? Угу. Ты только на третью переключись, а то надоело как-то на второй гонять. Угу. О, теперь катай меня, а я буду природой любоваться. Вижу я, какой природой ты любуешься. Давай на дорогу смотри. Ну вот, папа сказал за забор тебя не пускать. Отлично, ты с ним сближаешься, молодец. Ну ничего, первым блинком. Первый с молоком был. Значит, и второй. Третьего тогда лучше не надо, ладно? А то тебя папа вообще за черту аула прогонит. Тинка, я же тебе сказал, что твой папа будет мной гордиться. Значит, будет. Вы еще долго собираетесь танцевать? Танцуем, пока не устанем. Танцуют, пока не устанут. Так. А мы что стоим? Давайте танцевать. Че-че-че, давайте, 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 танцуем. Пойдемте, 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 пойдемте. Давай, давай, давай. Пойдемте. Давай. Папа, папа. Ты вообще никого не звал? Что, шашлыки на подходе? Какие шашлыки? Тут дровам 2 часа прогореть надо. Ты о чем? Надо этот процесс ускорить как-нибудь. Так, выжимай сцепление и начинай аккуратно притормаживать. На тормоз, Айка, а не газ. Не ори на меня! Да тормози ты уже, Айка! Айка, тормози! Наш генератор. Я сама его настраивала. Солнечные батареи без него не будут работать. Капец, конечно. Да уж. Утром инвесторы приезжают. Я про машину говорю. Ах, да, извини. Как думаешь, получится починить? Я про генератор. Да, я понял. Видимо, нет. Извините, Алла. Да? Бить не буду. Да. Я же в прошлый раз споткнулся. Послушайте, я прошу прощения за мои действия и хочу попросить вас возобновить сделку с Махамбетом. Просит. Хорошо. Но сделка состоится на моих условиях. Конечно, как хотите, Алла. Я покупаю все яблоки. Ага. И по моей цене. Без проблем. Я сейчас пойду Махамбета обрадую. Постой. Ис. На, передай Махамбету. И скажи, пусть готовит яблоки, ящики. Машина уже скоро отправлю. Уже передаю. Спасибо. Постой, постой, иди сюда. Что ты убегаешь? Постой. Постой, иди сюда. А вот теперь мы с тобой вращать. Справедливо. Спасибо. Не за что. Иди, там тебя зовут, шашлыком помочь. Меня? Да. Ну ладно.
я ты сказал, что мне Шашлыкову надо помочь? Да? Я перепутал, походу. В смысле перепутал? Я вообще никого не знал. А я тут при чем? Мне ваши родственники сказали, чтобы я кого-то из вас позвал. И как бы сами разбирайтесь, а не там где-то среди гостей. Да? Да. Вот где мой поклонник. Я все уладил. Только там яблоки еще дешевле получились. Зато у вас купят всю партию. Я все уладил. Теперь что, спасибо ждешь? Эй, я не хотел продавать все яблоки. И за тебе два раза дешевле продаю. Коровар! Чтоб за ворота мои не сходил больше. Тратре, Кайпер. Аналманың бәрін теуге көмектесесің. Содан кейін табаныңды жалтырат. Стало. Горелым пахнет. Да, наверное, на речке шашлыки дожарим. Ты с нами? Ну, не хочешь, как хочешь. Алло? Сакен, забыли уточнить одну важную деталь. Нам собаки с собой брать? Все-таки аул, дожди были. Как хотите. Понятно. Все в порядке? Что-то вы без настроения. Знаете, у нас ЧП с этноулом. Вы же сами говорили, дожди и вот. Молния ударила прямо в юрту и... Все юрты сгорели. Ужас. Но вы не волнуйтесь так. Обстоятельства непреодолимой силы, вы не виноваты. Правда? А, то есть, конечно, да, я не виноват. Но вы это, все равно приезжайте. Сакен, генератор сломался. Тут еще до меня донесли, что... Генератор солнечных батарей тоже молния задела. Яблоневый сад молния точно не ударяла. Я вас уверяю, это редкий сорт, я вам гарантию даю. Хорошо. Все, все, мы вас поняли. Отлично, ждем. Ну что, приедут? Сказали «да». Оказывается, их яблоки наши больше всего интересовали. Вот теперь самое главное, чтобы с ними ничего не случилось. Дархан. Ау. Хоть ты успокойся, скажи, что с яблоком Махамбета все в порядке. Все хорошо, но они уже не Махамбеты. Ачи. Нужно яблоки, которые вы купили у Махамбета. У Махамбета? Не, я местным не торгую.
У меня все яблоки. Импортные, качественные. Не ври! Я сам деньги Махамбету передал. И яблоки сам грузил. Подождите, получается, вы наши яблоки как испанские продаете? Да, так это же мошенничество. Это мои яблоки. Я как хочу, так и ими торгую. Хоть как черной икрой. Ну все, а кому расскажем? И что? Чем вы это докажете? У меня есть декларация, и все документы на эти испанские яблоки есть. Что вы надеетесь? Махамбет подтвердит, что продал вам яблоки. Вся ваша афера вскроется. Удачи. Ана талғатсыз да алдады. Неге алдады? Ол өзің бағасын айтты, мен оған келістім. Енді ол алманың бәрі талғаттыкі. Папуастың бағасын мен сатам, енді өзі білемін. Аға, біз сіздің алманыңыз жайлы бүкіл әлемге жар салмақ болдық. Инвестор тауып қойдық. Тік это ж престиж, аға. Судьба ауыла, его процветание, ну. Айналайындар, через два месяца начнут гнить эти яблоки. Маған балашаға сұрау керек қой. А? Айналайын, болды енді ол. Мен талғатқа еш нәрсе сатқан жоқ. Алло, Талғат. Я все сделал, как ты сказал. А теперь, дорогой, ты доплати за яблоки. Ага. Черт. Инвесторы утром приезжают. Нам нужно срочно вернуть яблоки. Ну, или хотя бы доказать, что они местные. Так, давайте просто выкупим их, да и все. За цену испанских и всю тонну? Лично у меня таких денег нет. А что, если мы сделаем так, чтобы эти яблоки никто не покупал? Да, Талғат же тогда сам откажется от них. Не, а что? Пустим по улу антирекламу, скажем, какая-нибудь дизентерия, я не знаю, ну... Ой, ребята, смотрите, какие я яблоки купила. Смотрите, гладенькие, сочные, испанские. Представляете, вот здесь вот в лавке, вот в магазине открылось. Идите, сходите, пока не закончилось. Смотрите, какая прелесть. Идите, сходите, там очереди. Хорошо, па. Вот и все. План с антирекламой отменяется. Полтобайха уже свою запустила. Без паники. Есть идея. Мы не будем мешать ему продавать яблоки. Мы ему поможем. Гульнара Балтабаевна, вы прям всем-всем расскажите про яблоки. Хорошо. Я думал, ты что-то нормально придумал. Да ты-то слушай. Так, сезана, испанский алмаларды алдыңыз ба? Алдым. Балтабай халды айтты ғой. Шынымен де керемет дәмді екен. А не болды? Областан жаңа ғана ақпарат келді. Бұл алмалармен бірге елімізге испанский грипп кетті. Йо-майо. Сондықтан мына дәріні тез қабылдаңыз, әйтпесе азаппен өлесіздер. Что за таблетки? Обычные аскорбинки. Әйтпесе азаппен өлесіздер. Міне таблеткалар. Какие таблетки? Тут ашатырь нужен. Аккуратнее надо, у нее же дети. Па, вот такие вот дела, Гульнара Балтабаевна. Мне было трудом. Дезинформировала все население. Жандарм барвы, казыр бар, бәрне айтамын, казыр. Алмалар тексерілген, менде барлық қағаздар бар, тоқтаңдар. А мы сейчас нашего участкового позовем. Пусть не полиция разбирается, да? Да. Правильно, правильно. Пусть разбирается полиция. Во-во, давайте полицию, а то устроили здесь самосуд. А чего нам ментом дать, а? Давайте, уломаем его сейчас. Ломай! Стойте! Надо! Стойте! Да, все, я яблоки взял у Махамбета. Наклейки все я купил испанские. Все, успокойся, что теперь из-за этого
Человека убьете, что ли? Внимание! Внимание! Данный гражданин только что признался, что яблоки местные. Товарищи, яблоки не испанские. Так получается, испанского гриппа в ауле нет. Ложная тревога. Все хорошо. Расходимся. Я не могу понять, из чего вы этим добились. Я эти яблоки завтра в другой аул свезу и как португальские продам. А у нас есть запись, где вы признаетесь в своей махинации. А статью за фальсификат в РК никто еще не отменял. Ты позвонил? Участковый позвонил? А ладно, все, не зови его. Подавитесь со своими яблоками.